Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Магадане продолжает снижаться. За последние сутки на Колыме выявили лишь 24 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. По данным областного оперативного штаба, по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции за весь период отметили 7849 заболевших. С выздоровлением выписали 7284 колымчанина. Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, мытье рук с мылом – одна из главных профилактических мер. В общественных местах специалисты призывают надевать маску, перчатки, пользоваться антисептиком и соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга. При первых признаках простуды и повышении температуры следует незамедлительно обратиться к врачу. Соблюдение этих противоэпидемиологических мер поможет снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией.